Жизнь более 3 миллионов человек в Подмосковье станет комфортнее. В этом году в регионе началась модернизация коммунальных сетей. Проект по масштабам беспрецедентный не только для Московской области, но и для всей страны. Модернизация ЖКХ в Подмосковье уникальна и по затратам, и по количеству объектов. У нас самый большой объем работы в России. До 2028 года в Подмосковье заменят почти в 8 раз больше коммунальных сетей, чем за последние 5 лет. Только в Одинцово будут модернизированы 56 котельных, 18 водозаборных узлов, около 22 тысяч метров сетей. Перемены почувствуют без малого 500 000 человек. Впрочем, в сфере ЖКХ округа уже сделано немало. В котельной поселка Горбольницы номер 45 заменили изношенные котлы на новые, реконструировали очистные сооружения в горках десятых, построили водонапорный коллектор и КНС в Успенском. Сети канализации в раздорах, установили станцию очистки сточных вод в Введенском. Подготовка к отопительному сезону тоже идет по плану. Была проведена плановые предупредительные работы на тепловых сетях, на водопроводных сетях. Также были работы по ремонту и замене котлов на котельных. Работы на объектах тепла и водоснабжения подходят к концу. Готовность Одинцовского округа к холодам 97%. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.